Крещение Господне – один из главных праздников у православных христиан. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Во всех храмах проходят праздничные богослужения, во время которых освящается вода. Люди разбирают воду, пьют ее в эти два дня без поста, как это бывает в другие дни. Вот, приносят домой, окропляют жилище. И есть такая добрая русская традиция православная – окунаться в святой крещенской воде. Окунаются самые отважные в вырубленных прорубях на водоемах или в специально оборудованных для этого купелях. Такая купель была установлена на территории Преображенского храма в совхозе имени Ленина. Прихожанка храма Татьяна Иващенко принимает участие в купаниях с 2000 года. Видела, как люди это делали, какую получали они радость, благодать. И сама захотела это попробовать и испытала большое удовольствие. В избежание чрезвычайных происшествий на месте находились спасатели, медики и сотрудники полиции. На территории храма дежурит центр культуры, центр спорта, то есть обеспечивает безопасность входа в купель для девушек и входа в купель для мужчин. Вот. Также идет у нас патруль по всей территории храма. Были здесь и те, кто окунался в святую воду впервые. Более того, Елена Макаренко в первый раз пришла на службу именно в этот храм. Это трудно описать все мои эмоции, впечатления. Я сейчас на таком позитиве, и мне хочется делиться своей энергией, радостью. Храм в совхозе имени Ленина строился в течение 2 лет и был открыт в 2013 году. Богослужения здесь совершаются регулярно, двери открыты каждый день. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.